Зараз маємо гостем Ігоря Ейдмана із Німеччини, соціолога і публіциста. Оскільки пан Ігор дуже довго живе в Німеччині і в нього немає можливості вправлятися в українській мові, тому змушений перейти на російську. Ігор, добрий день, ви з нами? Добрый день, да, я с вами. Вот я уже вас вижу. Интересные расклады наблюдаются в России. Хотел поговорить о Игоре Гиркине, Стрелкове. Он заявил о своем желании баллотироваться на должность президента Российской Федерации. Как вы считаете, дадут ли ему такую возможность посоревноваться с Путиным? Конечно, не дадут, и, судя по его этому заявлению, это чистый троллёж. Он сам прекрасно понимает, что никто ему не даст выдвинуться, никто его не зарегистрирует, тем более он сидит сейчас в СИЗО, и, скорее всего, то есть с очень высокой вероятностью присядет надолго, так что никто, конечно, его близко не подпустит к предвыборной кампании даже. Так что это чистый троллёж, и заявление его, оно ёрническое совершенно, тоже в жанре троллинга. Но, с другой стороны, ведь это возможность для него остаться, по крайней мере, хотя бы до какое-то время живым, потому что одно дело быть просто Игорем Гиркиным Стрелковым, а другое дело быть кандидатом в президенты России. Может быть, хоть какая-то гарантия безопасности появится после этого. Он же прекрасно понимает, что он может не выйти ни с СИЗО, ни с тюрьмы. Нет, я думаю, что его личное заявление, тем более в ёрнической манере, сделанное через Телеграм, не делает его кандидатом в президенты. Понимаете, по российским квазизаконам он никто, звать его никак, он просто ЗК Васильев и Петров ЗК, да? То есть ЗК Стрелков Гиркин. Так что ничего это ему, конечно, не даст. Я думаю, что он же постоянно наезжал на Путина, на его политику, и наезжал именно в такой ёрнической, троллинговой манере в своем телеграм-канале. Так что он просто использовал, я думаю, будущие выборы президентские для того, чтобы сделать вот такое опять ёрническое троллинговое заявление и немножко потроллить своего бывшего, значит, начальника, который, в общем-то, его, скорее всего, вероятнее всего, послал в эту преступную авантюру в Славянск, да, как мы помним, в 2014 году. Так что я думаю, что это как бы чистая такая буря в стакане Телеграма, вся эта история с его движением. И еще есть момент, я думаю, что как раз он совершенно не случайно жив, один из немногих вот этих так называемых героев, в кавычках, а в действительности преступников, которые начинали всю эту войну в 2014 году, их почти всех же перебили, не буду их вспоминать, эти фамилии достаточно проходные, но тем не менее они все почти в гробу, а он жив-здоров. Я думаю, вот в чем дело, его держат в российские власти в качестве такого ценного пушного зверя, которого можно будет при необходимости продать. Кому продать? Продать Западу. Дело в том, что Гиркин, как известно, да, приговорен Гаагским судом к пожизненному заключению, а с ним вместе сейчас в разных судах, как вот просто в уголовном, в котором Гиркин приговорен, так и в Международном уголовном суде, дела заведены на разных российских крупных чиновников и деятелей. Прежде всего, ордер выдан на арест самого Путина. И когда, я считаю, что это совершенно неизбежно, им придется как-то договариваться с Западом, отдавать Западу какие-то свои позиции, чтобы, скажем, не потерять все, то они легко, конечно, смогли бы продать или сбросить Западу Гиркина Стрелкова, который, в общем-то, давно стал маргиналом и никому путинской верхушке не нужен. Поэтому они его жизнь берегут, как ценного, как я уже сказал, пушного зверя. И я думаю, что вполне вероятно, что, посидев какое-то время в российской тюрьме, через некоторые периоды времени он переместится в тюрьму в Гаагу, а российские власти бросят его как ненужный балласт и попробуют какие-то уступки за счет этого Запада получить. Интересно тогда, почему Путин не решился то же самое провернуть с Пригожиным, с Чайкиным, там, с другими руководителями Вагнера? Ведь они куда... Цель-то уже пожирнее будет, чем Гиркин. Хотя для европейцев после MH17 Гиркин тоже жирная цель. Но вот было бы больше кого сдавать. Нет, знаете, Пригожин слишком много знает лично о Путине. Пригожина невозможно сравнивать с Гиркиным. Гиркин маргинал. Просто офицерик с поехавшей крышей, которого в свое время российские спецслужбы использовали для этого похода провокации в Славянск. Значит, потом у него на этой фоне развилась мания величия, он решил, что он такой Наполеончик, и ему было очень обидно, когда его, как использованные, значит, изделия одноразовые, выкинули в мусорное ведро. Он стал ерепениться, возмущаться и так далее, и так далее. А Пригожин был крупной фигурой при путинской верхушке, близок был достаточно к Путину, имел свою армию личную, единственную фактически в этой верхушке, миллиардером был и так далее. И он, конечно, о Путине и о властях, о Кремле знает гораздо больше, чем Гиркин. Если бы его стали сдавать, я думаю, он бы заложил бы всех, что называется, всю малину, сдал бы с радостью. Так что его оставалось только убить. Ну хорошо, вот были похороны Пригожина, вот сейчас идут похороны других участников Вагнера, я имею в виду руководителей, и это все так вот по-тихому сделали в тайне, никто не пришел, никаких массовых мероприятий, прощаний не было, потому что боятся, потому что не хотят, потому что процесс героизации Вагнера закончился, они сыграли свою роль и должны уйти со сцены. Да, конечно, Путин не хочет героизировать Пригожина вообще не только по каким-то рациональным, но и по своим собственным эмоциональным причинам. В путинской России должен быть по Путину один герой и один, значит, бог, да, и одновременно и пророк его, это сам Владимир Владимирович Путин. Делиться, значит, своей славой ни с кем он не хочет, даже с покойниками, включая Пригожина. Тем более на Пригожина у него, естественно, крупный зуб уже отрочен после мятежа. Естественно, что он понимает, что если не сейчас, то через какое-то время, может быть, после его смерти, то, что именно Путин убил Пригожина, станет общеизвестным. И поэтому, значит, до такой степени вот лицемерия он все-таки, видимо, не дошел, чтобы прийти на похороны, например, человек, который только что убил. Да, он же понимает, что в этот момент, что это будет потом известно все равно, и последующие поколения историков будут разводить руками, как такое могло быть. Поэтому он решил это закрыть тему Пригожина, Вагнера, побыстрее, значит, списать их в утиль, и дальше, значит, опять продолжать героизировать только собственную персону. Ну вот в сетях появилось видео с Пригожиным, там, правда, метаданное затерто, непонятно, где оно снято, но там Пригожин вроде бы говорит как бы о своей смерти, что не дождетесь, с таким прицелом, что на самом деле я жив. Это кто-то троллит Путина, дергает его за усы, чтобы он понервничал, или просто уже это закрытая страница, и кто-то просто использует видео, которое у него было там где-то в загашниках. Да, насколько я понял, это видео было сделано до, естественно, смерти Пригожина. Он там вполне живой, он был в Африке же накануне покушения на него, накануне того, как сбили самолет его. И, собственно, тогда он, естественно, что до него какие-то уже слухи или доходили, что и люди его наверняка предупреждали, что его могут убить. И он как бы снял это видео, чтобы это опровергнуть. И здесь вы скажете, а зачем тогда вообще дурак вернулся в Россию? Это вообще большой вопрос, но я имел в свое время, да, когда жил в России еще, 90-е, в начале нулевых годов, много я был политконсультантом, общался с разными российскими крупными политиками, олигархами и так далее. У них, у всех или у большинства практически съехала крыша, вот реально. Просто та мгновенная и огромная карьера, которую они сделали, выбившись из полной грязи, из полной каких-то там подворотина, Пригожин вообще из тюрьмы фактически, где он там непонятно в каком статусе пребывал, чуть ли не опущенным. Значит, и вдруг они стали такими крутыми миллиардерами, значит, вершителями судьбы мира, как им кажется. И у них на этой фоне съехала крыша, развилась мания величия, и у многих отказал инстинкт самосохранения. Знаете, и Пригожина то же самое. То есть он, видимо, решил, что настолько крут и велик, что никто не посмеет, никто его не сделает, никто его не сможет обыграть, никто не посмеет его убить и так далее. Так многие рассуждали. Я в свое время, помнится, общался с одним таким еще мелким олигархом тогда, значит, в 90-е, которого предупреждала при мне служба его охраны о том, что на него готовится покушение. Он это отмахивался и говорил, что надо быть мужиком и на все плевать. Через 2 дня его расстреляли из автоматов, когда он подъезжал к своему дому в Подмосковье, в Архангельском. То есть это, собственно, не первая такая история, и довольно традиционная и типичная для российской поехавшей мозгами верхушки. Ну, ведь это поехавшая мозгами верхушка, например, Тиньков. Он же не до конца поехал мозгами. Он же нашел возможность и способ выпрыгнуть с России, выпрыгнуть из-под санкций. И вот многие сейчас олигархи, глядя на него, думают, ну, слушай, я тоже так могу? Наверное, могу. Или все, после того, как Тиньков сделал этот маневр, лавочка закрылась, и все, уже все остальные сидят, просто сопят в дырочку и наблюдают, как Тиньков наслаждается жизнью, а они своими возможностями, своими деньгами не могут распорядиться сегодня в России. Ну, куда они поедут? На Кавказ, в Дагестан, там загорать, отдыхать или куда? Там стреляют, там бунтуют. Да, не один Тиньков так сделал, свалил немало людей, ну, в том числе из числа миллиардеров, Прохоров, например, Чубайс. Вот, значит, почему не свалили остальные? Им жалко бросать свои капиталы, да? Тиньков или Прохоров, они же грамотно сделали, они сначала избавились от активов своих в России, практически всех, переконвертировали, перевели, потом свалили. А многие очень не могут это сделать. И у них огромные там яхты, рауты, вояжи, это ладно, у них там огромные предприятия, там, не знаю, какая-то магнитка, там, не знаю, норникель и прочее, прочее. Они с собой этот норникель, Потанин с собой в Европу или куда-нибудь там не увезет. Вот поэтому они не убегают. Что они делают? Они ждут. Вот есть такой олигарх Дерипаска. У него есть телеграм-канал. Он очень забавно там пишет, и совершенно понятна психология других олигархов. Они, естественно, с самого начала войны пребывают в шоке в полном, да. Значит, но они на что-то надеются. На что они надеются? Они надеются на договорняк с Западом, что Путин или российские власти договорятся как-то с Западом, и весь этот кошмар в виде войны для них и санкций как-то закончится. Я думаю, что это, что называется, надежда юношей, и не только юношей, но и, как видно, российских немолодых олигархов питают, но в действительности, конечно, ничего этого не будет, и их ждет большой облом. Но пока они все-таки на что-то еще надеются. Дерипаска вообще написал, что мирные переговоры начнутся в конце сентября. Ну, откуда он это взял, неизвестно, но посмотрим. Ну хорошо, вот если олигархи не могут выскочить и не хотят бросать свое имущество, хорошо, тогда почему олигархи не способны убрать Путина? 15 миллионов долларов решает эту проблему в России, как минимум. И все при своих интересах остаются. Если бы так было, то, конечно, Путин был бы уже мертв, его бы убили уже раз там, не знаю, 1000, может даже раз 10 тысяч. Конечно, это не так просто. Любой заговор, это же, понимаете, это же требует некого заговора. То есть это не один человек делает, да, вот условный какой-нибудь там, не знаю, Потанин там, или Дерипаска, а ему нужно для того, чтобы стране, у него, конечно, там для них 10-15 миллионов, как для нас с вами 10-15 евро. Но, то есть вообще не жалко. Но, значит, это он же не может это один сделать. Надо, значит, идти как-то каким-то людям поручать, чтобы они вышли там на какие-то спецслужбы российские, на ФСО, на ФСБ, кого-то там купили. А вероятность того, что пока они будут на эти люди выходить, на тех, кто может устранить Путина, кто имеет доступ к его телу, каких-нибудь ФСОшных охранников, да, то пока они будут это делать, их просто вычислят и убьют самих. Сразу же накормят, напоят новичком с полони. То, естественно, они боятся страшно. Но это не значит, что подобные усилия не предпринимаются. Я думаю, что вот и мятеж Пригожина, да, это такой значит, что называется, на понтах тогда проехаться по всей России. Это, конечно, сложно, и так власть не сменить. А вот какой-нибудь заговор, тайный заговор с участием олигархов, каких-то представителей спецслужб, может быть, второго ряда, может быть, представителей ФСО, еще кого-то. Это, мне кажется, наиболее вероятная возможность свержения Путина. И в России такие случаи были не раз. Начиная с Павла Первого, Берий, Хрущева. То есть когда сами же друзья, сами же близкие соратники, так называемые его там диктатора, договаривались и его в тайне свергали. Вот такой вариант более вероятен. Игорь, спасибо вам огромное за комментарии, огромное спасибо. Игорь Эйдман был с нами з Германії, соціолог і публіцист. Говорили з паном Ігорем російською, тому що Ігор давно знаходиться в Європі і українською, на жаль, мало контактує, тому важко навіть розуміє.